يقول يعني ما هو أعلى عمل يكون لي يعني يوم القيامة في الآخرة. نعم. Человек может спросить, а какое дело, самое лучшее дело, которое могу сделать или приготовить для того света? Аннаби, саллаллаху алейхи ва саллям, يقول, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что когда умирает человек, останавливаются все его дела или прерываются все дела, кроме трех. ما هي? Какие это? А. Садака джария. Первое, это садака джария. То есть постоянный садака. علم ينتفع به или же знание посредством которого получает пользу أو ولد صالح يدعو له или же праведный ребенок который делает дуа за него. طيب نشوف في الثلاثة هؤلاء الولد ممكن يدعو لك وممكن ما يدعو وممكن يدعو قليل وممكن يدعو كثير. Давайте говорит, посмотрим на эти три вещи. Вот твой ребенок сын может делать за тебя дуа, может не делать, может делать за тебя дуа будет много, может будет делать за тебя мало дуа. والولد يموت. То есть этот ребенок тоже рано или поздно умрет. يموت؟ умрет же лучше. А? يموت. Хорошо. Да, непременно умрет. إذا أتركها. Значит, оставляем это дело. الثاني. Второе. عمل صالح. Праведное деяние. يعني وقف يوقف مثلا هو الآن يوقف ثلاجة ماء مثلا. Например, как устанавливает какой-нибудь холодильник, да, то есть охладитель воды. مثلا. نعم. Или холодильник. فالوقف أيضا يعتفق وقت ينتهي. То есть, ну, даже если он сделает такой садахаджари, как, например, какой-то охладитель воды, из которой пьет, рано или поздно он тоже сломается и перестанет приносить пользу. А что касается полезных знаний, посредством которых люди получают пользу, она никогда не прекратится. Возьмите, например, четыре имама, имама Ахль-Сунна. يعني, الآن بيننا وبينهم أكثر من ألف سنة. Между нами и ними пример, больше примерно, чем тысячи лет. И до сегодняшнего дня они получают аджр. То есть те, которые делали какие-то садахаджари тысячи лет назад, они уже не остались. Если остались, то что-то единица. То есть все уже прекратило существовать. Их сыновья умерли. فالعمل هذا هو الذي يعني يبقى. А именно вот полезные знания, которые не оставили, вот это деяние, которое осталось. Например, ты сейчас можешь дать садака хлеб. نعم. يعني تعطي الفقير هذا خبز واحد. То есть дашь бедняку один хлеб. كم يأخذ معه؟ يأكله في كم دقيقة؟ За сколько минут он ее съест? خمس دقائق ممكن. Пять минут. صحيح. Так или нет? وينتهي. И кончится на этом. طيب لو كتاب. Если книгу подаришь. الكتاب كل ما يمر الوقت كل ما تزيد قيمة الكتاب. И чем больше проходит времени с книги, тем она дороже становится. إذا أنفع شيء هو العلم. Это самая полезная вещь, которую человек может достать после этого знания.